чуть не опоздала. А между прочим, пунктуальность свойственна воспитанному и культурному человеку. Кстати, пунктуальны ли соликамцы? Сейчас узнаем. Ты опаздываешь хоть куда-нибудь, когда-нибудь? Нет, никогда не опаздываю, успеваю всегда, везде. Нет. Вы пунктуальная. Да. Я пенсионер, куда мне опаздывать? Нет. Пунктуальная? Да. Заранее выйти на полчасика, прийти, но не опоздать. Опаздываю жить, опаздываю проводить время с моей любимой девушкой. И, естественно, за работой. Я очень люблю спать. Мне очень тяжело поднять с кровати. Нет, мне сегодня выходной. А вообще, в принципе, хоть раз опаздывали? Не помню. Но я не стараюсь опаздывать. То есть я это очень не люблю. Не без этого. Куда обычно опаздываете? В магазин. Добавлю, согласно данным всероссийского опроса, чаще всего люди опаздывают на учебу или работу. Причиной тому является общественный транспорт.